Вот у меня здесь есть татуировка «Любовь к миру». Я же не просто все время. Вот, «Любовь к миру». Здесь у меня есть татуировка «Always strong», «Всегда сильная». Хотела здесь написать не только «Любовь к миру», а хотела написать «Оставаться всегда самой собой». И самое главное в жизни – это любовь к миру. Я считаю, что если ты будешь так идти, Бог, Он все видит. Он не Тимошка, Он видит немножко. И тебе это все вернется. Потому что действительно, вот я вот по себе знаю, когда я двигаюсь по жизни, немножко злюсь, потому что мы все люди, мы все делаем какие-то ошибки, мы всегда срываемся, у нас происходят какие-то ситуации стрессовые, которые нас выводят из равновесия. Вот оно меня вывело, даже сегодня у меня была такая ситуация, меня перекрыли, я не могла до вас доехать. Я полчаса звонила, человек трубку не брал, потом вышла, извините меня, матом еще и это, что ты тут возле моей машины ходишь. Ну и что делать? Я вот покричала на него тоже, ехала, в пробку попала, проехала поворот, перекрыли дорогу. Оно все потом приходит, поэтому самое главное настраиваться на позитив, идти к этому, стремиться к этому и все-таки любить все вокруг себя и в первую очередь себя, потому что люди не умеют любить себя, нужно правильно себя любить. Надо познавать себя и правильно через свою призму пропускать эту любовь.